Привет, скажи. Так, вот так вот мы пытаемся уйти, как сказать, в обеденный перерыв. Вот, приготовили тут для Алик. Бажена сказала, что она их сейчас уложит, да ведь? Да, сейчас скажи, я их уложу. Вот, теперь... Скажи, папа тут, и они точно меня будут слушаться, да? Вот, давай, ну-ка, ножки, быстро давай. А то папа не видит. Все, давай, скажи, Ляли, спите. 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 Скажи, я тоже вот сейчас посплю немножко, и потом с вами играть будем. А сейчас, скажи, мы с папенькой вам песенку споем, да? Да. Какую будем петь здесь песенку? Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и подушки ждут ребят. Да. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам приснилось. Ты пожелай, баю-бай, в сказке можно покататься на луне и на радуге промчаться на коне. Ну, я тоже отдыхать ложусь. Со слоненком подружиться и поймать перо жар-птицы. Ты им пожелай, баю-бай.